Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Арслан, сделай так, пожалуйста, мне для клипа надо. Так, секундочку, что нам нужно сделать? Бранное дело. Так, пассивный эффект. Завербовав 5 существ с боевым ключом, вы получаете браны Бранзаброуда. Ладно, я тебе не ставлю, но... Так, еще 5 существ, еще 5 существ. Добра. Работаем, работаем, ребят, работаем. Итого. Ну, кстати, 2 пирата себе забрал, молодец. Ну, точнее, пираты еще что там. Это я умею. Предлагаю продать стол, нажать шестерню, красную кнопку и все, и поехали дальше. Это вау, ребят, вау. Первый квест вау, второй квест вау, третий квест вау, но первые два больше вау. Средний квест огонь, божественная броня, ради чего? Ради того, чтобы раздать боевые ключи. У меня обилка говорит, мы будем играть боевые ключи. Я могу заварить броню, сделать ролл. Го вот так вот. Все, пошел 3 до 2. Что там, шалопайка? Не нужна шалопайка. Да все, ребят, поехал 3 до 2 жестки. Что там, забрал, забрал. Ролл можно сделать. Опа. Пшел вон, не мешайся. Пшел вон, не мешайся. Все, ребят, весь стол продал. Осталось консиднуть. Можно так отметить, да нормально, весь стол продал, все хорошо. Что не так, ребят? Что вам не нравится? Весь стол продал, готово. Зато я только квест забрал, если не так, только сейчас читаю, такие, а что там квест-то делает? Я хопа, и уже этот голду лутаю. Нечестно играешь. Хорошего и качественного стрима, Арслан. Всем мохнаткам привет. Привет, привет, привет. Две голды есть. Забрал шекш партнера. Забрал шекш партнера. Ну вот так сделаем. Вот так сделать. Вообще можно было в тебя стенку сделать, да? Чисто чтобы где-то бафы получались. Там можно было тебя попозже поставить. Ладно, пойдет, посмотрим. Семь существ занежить, ну, нормально. Я там хозяин, ну это понятно, ну а... Честнейших партнеров заберем всех. Ты лучших, сер. Будь лучше. А мы всегда напишем, что ты фрик, не самодонат. Ты лучший хейсер, будь лучше. Мы всегда напишем, что ты фрик, не самодонат. Так, не, Арслан, спасибо за 100, конечно, но я не фрик. Я мог тебя забафить, но не буду. Но не хочу, не буду. Ну, ребят, голда уже идет, уже 3 голды, слушайте. 8-я монета, там чуваки там по 7 монет получают, по 8, как, ну, как здесь и написано, а мы лишнюю голду везде этот с собой принесли, с прошлой катки. Так, не, Арслан, спасибо еще раз за 100, твой трек поставлю следующим. Не самодонат, ни в коем случае не самодонат. Если бы был самодонат, там было бы написано Арслан, написано не Арслан, то есть, ну, камон. Очевидно, что это не я. Мне бесплатно дали, он рабочий. О, отдай мне! Ну, за 170к бесплатно дали, отдай мне. Тебе не надо. Как было опасно при отражении на ручетке купить. А сейчас уже никак, сейчас только создаешь аккаунт, ну, другой и... И все, и там уже, ну, туда покупаешь. А че квест такой ранний? А я там, этот, нужно было 5 существ продать, у нас была продажа менталь, то есть... Продали весь стол и Нет, не консиднули, мы... Цутаточка, ё-моё! Была бы цутаточка, я бы сейчас 2-3 забил, вообще было бы перфектом. Там не каска, СС. Ну, кстати, вон, говорят, работаем, там больше, говорят, программируем, работаем, играем в ХС под кондеем, там... То есть нормально переживаете? Столько шеш партнеров, жесть, конечно. Матрона классная. Заберу, заберу. Я тоже, может, забрать, да? Я не буду забирать.
Или буду забирать, пусть будет. Это происходит. Ты уходишь, это происходит. Я могу здесь тебя продать, забрать Анубрака. Он не так хорош, то есть он не так мне сильно нужен, но чисто пусть будет на сдаче. Ну, он лучше, наверное, чем Кирашки. Кирашки мне вообще не нравятся. Хорошо, на темп. Анубрак. Ну да, учитывая, что у меня что-то есть, да, то есть... куча карт на все про все. Надо сейчас Матрона сейчас главный карт залутать, на следующий левел пойдем, и брррр, все продали, там тебя продали, и... уже будем покручивать, раскручивать, там Магмалоки найдем, что-нибудь прикольное найдем, там Крупье может быть... Уже реал карта, которая, с которой надо будет бафаться. Четверки надо будет найти пирата на забаф. Ну, короче, голда есть, надо потихоньку за счет этого. Кстати, можем найти себе 1-5, чтобы в конце хода наша обилка улучшалась. То есть, улучшается каждый ход, у нас будет 4, потом будет 6, потом, ну, то есть, 8, улучшается по 2. На первый слот 3-1, эта штука, да не, нет смысла, пусть она брак дает атаку на все про все. Можете где-то пораньше поставить, но тоже, наверное, смысла немного. Сейчас у чувака должен быть 6-й дроп, но он пробивает всех на 4 на 3, то есть там, походу, 6-й дроп видит, и остается что-то еще другое. Вполне возможно, это призывательница 6-й, это верно. Нет, это Аргазова, но Аргазова всегда фидил. Мы проигрываем, и есть шанс того, что мы сегодня наберемся, потому что у вас много атаки. Он его прячет, чтобы мне по лицу втащить. Драться? Не надо, драться плохо. Монетка есть, монетка это здорово, монетка то, что нам надо. Так, тычка сюда, и тычка обратку сюда же, в него же. Молодец. Так, так. Допустим. Тычка сюда, и справились. Тычка, проиграли в 6-й дроп, он... О, все его грязные, злые замыслы у него. Все вонючие, грязные замыслы осуществились. Он сейчас сидит ручонки... Ручонки потирает, злобно смеется, а еще если у него есть усы, то он вот так вот свои усы так ха-ха-ха. А если не было усов, то у него усы появились, он такой ха-ха-ха-ха. Смеется надо мной, я чувствую, как надо смеется, не смейся надо мной. Так, не верно счет дуэта, возможно, слишком жадно. Жадно мое второе имя, не, погодите. Жадно мое второе имя, да, погнали. Все хорошо. Кстати, крупье есть. Крупье это здорово. Наверное. Да. Так, ладно, роу происходит. Это отлично. Это отлично, ребят, отлично. Отлично, ребят, отлично, отлично, отлично. Ребят, я говорил, что это отлично, потому что это отлично. На тебя хватает, если я тебя поставлю. Би-би-би-би-би-би-би, надо бы тебя продавать. Он этого стоит? На смене может быть. Но я уже бувер не успел. Залочи двоится. Так, ладно, получил карту 1373. Которая мне сейчас поможет, верно? За счет которой я сейчас справлюсь. 1373 это жестко на такой стадии. Теперь победа 100. Просто одну карту, ребята, шел. Одна карта, 3-4, победа 100 стала. Сейчас я жестко по мордям получал, если бы ее просто не нашел. Так, и ставлю трек «Не Арсван твой». Вот так, Матрона, чтобы не выделывалось. Ну это жестко, кстати, там есть трубач, там есть дух и куча монет под ривендером. Это прям очень жестко, это реально большой молодец. И Брана снайпит, вообще дэмэдж не получает. Слышишь, что ищу карты, которые можно будет побеждать. Это карта, которую можно побеждать. Ты видишь, что я сделал? Нашел сразу, сразу победа 100 стала. Сейчас еще голдишко покрутим, сейчас еще что-нибудь прикольно придумаем. То есть шух-шух-шух. Нужен эффект конца хода. Триплет.
Как же он плохо танцует! Гришка, это было последнее. Последняя капля. Вызывайте на танцевальный поединок, Гришка. Брана, если бы был 1.5, то, возможно, бы копировал что-то другое. Но так как нет этого 1.5, то... Секундочку. Секундочку. Хорошо. А, ты красиво слушаешь, не слушаешь, я поэтому и вызвал на танцевальный поединок. Потому что был уверен в своих способностях. Слушай, как долго, ну, вставать нужно. И тогда, если я попытаюсь встать, то вы и так узнаете, что я и так, ну, как бы стоя стримлю и меняться будете. Шух. Это дроп есть, но монет заберу. Монета под ней работает. С тобой работает. Ну-ка, наверное, птичку чумошную заберем. Чисто пусть попрокает. Вообще, он дает 1-2, то есть неплохо один раз его поставить, чтобы жопку набафал по 2, да? Но как его как скилл использовать потом никто не хочет никогда. Потому что, ну, как бы 2 здоровья, это вообще фигня. То есть был бы наоборот 2-1, то, наверное, его можно было использовать в конце как, ну, как скиллинг, как то, что в конце будет побеждать. Так он просто чуть жопку набафал, там было, допустим, 2 хп, стало 10 хп, ну и пойдет, и все, выбрасываем. Дал бы он 2-2, тоже было бы жестко, как, ну, как тата раньше был, то, тоже можно было использовать. Сыграли, допустим, 10 карт, получили 20-20, а не 10, ну, в смысле, а не 10-20. Большая разница, потому что атака важна. Кстати, не крутой, ну, буги монстра, говорю, неплохо чисто так прокрутиться, а потом его выкинуть в помойку. Забыть про него, как страшный сон. Бахнута 2, тогда он может быть вик-эдишном, который будет до конца, это тоже, наверное... Не совсем то, чего они хотят. Пиу. Пиу. Кстати говоря, о злопасности. Если кто спросит, боевые ключи срабатывают дважды в конце хода. Все знают, что важна жопа. Жопа важна, да, но там... И атака тоже важна. Надо, чтобы были атакеры и с подбафанной жопкой. Не, буги мой станет сока слаб, он неплохо, говорю. Забрал его чисто ради темпа, подбафал разочек, до шестерки его догнал, а потом выбросил его в помойку. То есть не как финальный скейлинг, а просто как чуть-чуть подбафать и выбросить. Ну, попробуем с ним поиграть. В прошлый раз предложили, вдруг в этот раз тоже получится. Можно же вообще все подзабирать так. Арсен, привет. Да? Ты привет. Лучший игрок в БГ. О, дай советы по поднятию ПТС. Я не рефлю, серьезно. Так, ну тут сейчас метод от квестов, поэтому как-то больше от квеста играешь. Сейчас, секундочку, тут у меня какие-то сложные мувы чуть начинаются. Ребят, не сам донат, очевидно. Лерой есть, но я думаю, достаточно силен. Вообще можно тебя забрать, и тебя буги сейчас выкинут. Да прям, то есть поставил, продал, поставил эту штуку, что-то прокрутил. Клиф хорош, но... Фак, я тебя просто продам. Мне нужны мои реролы. Это... Уходи, не так сильно нужен.
Все, ребят, пытаюсь что-то прям крутое найти. Ладно, давайте так. Я тебя трепет соберу, это мы тебя трепет на следующий соберем. Надо было, не знаю, можно было пожадничать, попробовать даже оставить баф на хп, потому что... Не, ладно, пойдет, нормально. Пойдет. Вот. Советы поднять ПТС. Ну, кроме очевидного, как бы выигрывай и меньше лузай. Тут важно именно, смотри, твой квест и сложность его выполнения. Некоторые квесты есть смысл рашить в начале. Там, конечно, я помню, там мне писали в чате такие: «О, а зачем ты, Арслан? Этот, выполняешь себе монетку в начале, да выполни ее потом на 50-й ход и сиди это довольный». Ну, как бы нет. Как бы нет. Он должен разгоняться, он должен быть в начале классным. Вот, ну ищешь потом Вика Диша, чем играть. Допустим, он Ракометалия забрал. Здоровская карта, здоровская. Может быть, произойдет, но, скорее всего, нет. Так, ладно. Что мы сейчас сделаем? Мы будем играть с этой штукой. Ты можешь уходить. В принципе, ты можешь быть тоже на продаже, но для начала нужно будет найти что-то еще такое. Поги брать не буду, потому что я и сказал, что его на продажу пойдет. Один Петис на концах хода, чтобы это бафать, наверное, немножко поздновато. Звери есть. И, ну, давайте заберем тебя чисто потому, что голда есть на все про все. Наверное, брать я пока не буду. Хорошая штука, поставлю. Ты, возможно, даже продаешь. Мне вообще нужны трубачи, и с трубачами я смогу делать просто нереальную красоту. Тогда я забираю, можно тебя уже продавать. Отличные карты, просто 10 из 10. Ладно, новый совет. Лутай идеальные магазины, как я сейчас, и будешь побеждать все время. Это 100, это то, 100, ну, топ-1 100%. Тут вообще невозможно проиграть. Мне не нужны, то есть уже тетрисы, это все уже просто бред полный. Я уже выиграл. Реально можно это и забрать, не жадничать. Ну, мы ищем еще такого, ищем такого. Единственное, что зря, наверное, дуэт продал все-таки. Учитывая, что нам дается. Трепеты собрался, да? Нет, все репрезентали, может, что-то угодно собраться. Хорошо, повезло. Наверное, так посидуйкаем. В принципе, так важно. Вот. Все еще ищем этих двоих. Голда улучшается. Можно было 1.5 забрать на закрывашку. Почему он был оки-доки? Потому что, во-первых, могло упасть. Фига, там еще банана идет. Секундочку, он золотится так-то. Не сказал бы здесь, что все так однозначно. Плохая тычка для него. Потому что он сейчас ничего не призывает. Ну дальше это все за фиги, да, это все не успеет сработать. Да, все не успеет сработать, а хватает. Ну так бы, скорее все равно хватало, но все равно жестко, молодец. Ну короче, квест плюс сложность его выполнения. Некоторые квесты могут быть твоим викодишеном. То есть сейчас эта штука голды дает, у меня просто руки настолько развязаны, у меня голды в два раза больше, чем у любого другого чувака, я как будто голливикс. И... делать, что хочу. Хочу, играю в Лемов, хочу там еще во что-то играю. Это еще по кайфу это делаешь уже. Ну, заберем просто так. Зря забрал. Ну ладно. Надо было тебя в руке додержать просто. Точно происходит, только... Сейчас, секундочку. Воу-воу-воу-воу! Нет! Хотя нет, неплохо.
Это неплохо, секундочку, это неплохо, неплохо, неплохо. Я просто тебя сейчас выкину. Вообще не того пирата забрал, было монет забрать. Голду вообще да никак не успею потратить, слишком много. Too much, ребята, too much. Так, ладно, там просто что-то играю. Шух-шух-шух. Шух-шух-шух. Это пират точно остается, у него все эти бафы будут трубадуры идти по золотым бранам, и нужно будет... У меня просто бран золотой, у меня куча голды, это реально невозможно просто потратить. Но пока один юнит Энди, там у него Лерой есть. На самом деле, если Лерой атакуем, то мы проигрываем файт. Вот так вот. Не надо, не надо. Не ладно, секундочку, секундочку, нормально, нормально, справился. А че так много всего позакрывал, ё-моё, случайно. Этот трек уже был. Сейчас, дальше треки за баллы. Кровавый кулак, чего? Нормально, все хорошо, все хорошо. Не очень хорошо, что кота не выбили, на него квест чмошный, на самом деле. Ладно, неважно. Осталось... Он как мы только... Ёма, а чё вы не говорили, что он там сидит, втихаря сидит, собирает жесткие карты? Ну как мы только все собрал, кажется. Надо было этого забрать. Сюрприз ментали что-то понул. Так, это что такое-то? Плохой трек. Не надо такой трек. Плохой трек. Драться, ребят, не надо. Драться плохо. Шух, жестко ошибку забафал. Я не забрал. Слишком много всего. Фак, 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 фак. Все, дайте, дайте просто статы со всех дырок. Ух ты, Тетрис. Повезло, повезло. Проблема, что у него голова может быть бесконечно там. Это небольшая проблема, да. Маленькая проблема. Нам сейчас револьчик, в принципе, не нужен. Либо бран не нужен. Все посмотрим. Что у него? Золотой выскочка, трубач. Ё-моё. Клифф бафается. Это штука баба, за счет этого может быть сильна, но... Голда у него бесконечная. Нет, он золотой трубач. Почти, да, бесконечная, но не бесконечная. Так, мы здесь проигрываем и в хламину проигрываем. Как вуза. Вот так вот, ребят. Вот так вот, да. Жестко. Молодец. Чуть от не хватило, там у него 701 здоровья, у нас там 1300 пробили. У него 1370, мы 1369 пробили. Ой, не 69. Ну, неважно. Так, кто уходит, бран или рерольщик? Бран пока, наверное. Он снова будет атаку давать, что важно, кстати. Он снова на атаку еще переключится. Да ё-моё. Ну, трубачей побольше искать. Да, пожалуйста, играйте с карты.
Hello? Возможно, было не 5 забрать, лучше закрывашку вместе с Лероем. На следующий ход эта штука у него будет снова 2 хп, ну, удваивать. Проблема. Это проблема, ребят, это проблема. Сейчас век до конца себя найдет, и все, мне конец свой покажет. Не надо мне свой конец показывать. С кем играешь? Ну, хорошо, тут не хватает, что я в 4 раза быстрее, чем ты. Мне этого достаточно. Че здоровье качается, что не так здорово на самом деле. Поэтому даже не верю сейчас, что мы делаем. Забрать тебя на атаку? Да нет, наверное. Ну, ладно, кого заберем. Клип его не заделал, поставил так, но... А, эффект только захвата. Ну, оно было читаемо. То есть, там, мол, 6000 здоровья на нем. Было читаемо. На следующий ход мне нужно будет прям жестко раскрутить. На все про все. Фак. У него голда бесконечная, он просто крутит. Стенка огромная. Еще делаем. У него голды на самом деле больше, чем у нас. Hello? Консин, походу, не, ну мы до конца играем в любом случае. Быстрее. Привет, со дна, 5к ММР. Вот такой убер-коляской сегодня взял топ-1. Последний противник еле раскрутил пиратов, но за 3 хода по 11 ДМГ не поставил ни одного лирлея или яда. Сейчас, секундочку. Надо пока просокручусь, короче. Не то поставилось мне. F. Пока. Ошибка закончил, да. Да, так долго, конечно, все просто крутится, это просто жесть. Привет. Как же почему долго? Тебя называют главным фриком ХС? Я карту играю, смотрю просто 15 секунд, как идут эти анимации дурацкие. Да, скорее всего, роботе хватило, я думал, что я уже кранты в любом случае. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!